Доброе утро, Полтава! С вами я, Александр Демидович, 30 марта 2017 года. О погоде. На градуснике плюс 7, по ощущениям плюс 4, не больше. Легкий ветерок, пасмурно обещает. В районе обеда не исключено, что будет дождик. Выше 10 градусов не будет в течение дня. Поэтому одеваемся тепло, я как всегда тепло одет. О вчерашнем. Видел два полярных события. Во-первых, лебеди вернулись в дендропарк. Красиво, приятно видеть было. И второе, снос забора вокруг строительства МАФов. И сжигание этого забора. Многие, судя из моих комментов, воспринимает своеобразно мою позицию, определяя ее жестко. Мафы мне не нравятся. Я не сторонник мафов. Об этом говорит моя жизнь и моя борьба, скажу прямо, уже многолетняя. Я с этим борюсь, но я один. Я видел, что среди борцов с мафами были люди, которые мафами же и пользуются. Приходят туда, покупают кофе, сигареты. И тут они выходят с этим бороться. Но, как теперь выяснилось, они просто борются с незаконным строительством, а не вообще с мафами. Но, ребята, должна быть, если те незаконно, то почему вы незаконно поступаете? Все должно быть в рамках закона, если вы такие правдолюбцы. Ну вот так. Всем удачного дня. Следим за моими репортажами в течение дня, как обычно. Я буду в эфире.